Всем привет! Очень часто меня спрашивают, да и я сам столкнулся с такой проблемой, как черный экран в OBS. Плюс, когда я первый раз устанавливал OBS, у меня еще и видеокамера не работала. Так как же решить эту проблему? Проблему решить очень даже просто. Для этого надо зайти в диспетчер устройств. Не путать с диспетчером задач. Ну вот у меня, например, есть браузер, голосовой помощник Алиса, можно его выключить и, например, пользоваться им как поисковиком. То есть пишем диспетчер. Нет, не задач нам нужно, нам нужен диспетчер именно устройств. Сейчас Алиса должна открыть нам. Что-то нет. Вот. Открыли мы диспетчер устройств. И ищем видеокарты. Вот видеокарты ищем. Видеоадаптеры, конечно же. И вот два видеоадаптера. Intel и Nevada GeForce. И отключаем Nevada GeForce. Правой кнопкой мыши у вас выключится. Вот там у меня включить устройство, у вас выключить. Нажимаем, и OBS должна заработать. Не надо никаких там использовать, типа запуск от администратора, как советовали, или там настройка совместимости с Windows 8, Windows 7, Windows Vista и так далее. Просто, на самом деле, диспетчер устройств, ищем видеоадаптеры и отключаем NVIDIA GeForce. Однако есть один нюанс. Если вы хотите поиграть в видеоигры, то вам все-таки Nevada понадобится. Ну и вторая проблема – это камеры. Просто находим в том же самом диспетчере устройств, находим камеру, и у вас тут будет как свойство, ее просто надо активировать, то есть ее надо включить. Это можно сделать через все те же свойства. Ну, тут у меня она уже включена, поэтому у меня этого не высвечивается, но у вас высветится там включить или выключить камеру, естественно, разрешить доступ к ней. Вот, собственно говоря, и все. Ну, если вас это самое еще все-таки после этого ВБС черный экран, тогда надо вам плотненько заняться вот этой игровой картой, игровой вот этой вот, не картой, а, конечно, ее видеоадаптером вот этому вот, Невада. Невада. Для этого вы заходите какие-то свойства. Тут будет у меня только настройки графики Intel, у вас будет еще настройки графики Nevada. Включайте ее, ищите там те же самые свойства, и должно у вас это самое OBS высветится, и тогда все будет. Но есть ли этот способ? Но, как правило, до этого способа можно и не доходить, потому что я вам показал как. Через диспетчер устройств. Все делать через диспетчер устройства и отключаем игровую карту. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание.